настроением, строением, недостроем, чем все такое. Что это? Лепёшка. Вау, тут довольно-таки высоко. Интересно, что тут было? Бункер какой-нибудь? Вот тут с виду обычный домик, да? А на самом деле бункер. Интересно, я смогу туда залезть? В чем я очень сомневаюсь, опять же, схвачусь за какой-нибудь кирпич, и он на меня рухнет. Да и я вместе с ним рухну. Ну вот. Что-то, мне кажется, слишком рискованно. Поэтому лучше не надо. Как страховки никакой нет, да и гарантий на выживание тоже нет. Паутина. И тут ничего интересного. Интересное это тупое здание. Деревянный кирпич. Бяч. Привет. Как ты думаешь, я наверх смогу залезть? Сигануть бы. Да не особо. Нормально. Это ж типа рыбий глаз, она все видит. Я попробую вниз спуститься. Ягодки. Все разворошили тут. Ой, боже, коровка, уходи. Надо за что-нибудь схватиться. Так. Тут нет никаких гвоздей. Или палок с гвоздями. Все заросло этой фигни. Во как высоко. Это шо, крапива? Ты меня не слышишь? Это крапива? Ну, тут... Не знаю, что это было. Это бункер, что ли, какой-нибудь? Ставьте лайки. Бункер. Ванная. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.